Всем привет, акула! Ты знаешь, что отличает крысу от акулы? Крыса никогда не поставит лайк и не будет подписана на канал. Вот. Только самые крутые акулы подписаны на канал и ставят лайки постоянно. Так что выбирай себе, кем тебе быть. А мы приступаем к видео. Ребят, 100 лайков и все, стартуй. Все. Давай, все, быстро, открываем, просто попал. Кликай. Давай. Только не спойлери нам, мы смотрим стрим. Ну тебе никакую реакцию быстро не показывал. Бля, стрим залагал. Ебать, 600 жетонов. Я Рик. Надо было сейчас включить музыку на задний фон. Дориме. Давай сами споем. Дориме. Да я не знаю, что. Эпасито мане дориме. Амино. Амино. Дориме. Ай фаридо. Тарарара дориме. Долбоёб. Дориме. Ревьяк. Охуеть. Пизданутся. Не я один такой, походу. Охуеть. Дориме. Эль Масито Матар. Бигбокс. Да ладно. Да ладно. Ладно, нормально, играем тогда, ребят, играем. Не заканчиваем пока что стрим тогда. Ну, слава богу, слава богу. Слава богу, он не выпал. Ребят, кажется, сколько боксов ты потратил? Ребят, это было жестко. Я, если честно, думаю, что мы его уже не сможем. Ребят, лайк за то, что выпал перс. Ладно, у нас еще немного осталось. Виталий, подожди. Покупай старпоинты, точнее, бери старпоинты. 45 тысяч голды, чел. Да, у тебя хватит типа на нового перса. 45 тысяч голды. Ладно, тогда все. Есть еще шанс. Попробуем выбить, короче, либо пассивку, либо гаджет. Вот, есть шанс, то, что выпадет. Так понятно, она выпадет. Выпадет. Да не факт, вряд ли. Бля, я помню, как раньше было шанс на пассивку, как на Лего, это пиздец был. Нет, там 1% всегда было, держу в курсе. Да не, там был... Натуре, не было такого долбоёб на ящике, блядь. Пропустили. Привет. Можешь передать моё послание Ярику Гудбою? Так, у нас отсюда начинается, да? Скажи, что... Слить мило, да, шлюха. Что мило... Шлюха, да. Что? А, ну, там Шереметы говорит, что мило... Девушка легкого поведения. Так я его замутаю в Дискорде. Ну так он и говорит, что так, передал. Так, пацаны, а сколько там надо? Ты если еще один раз, короче, берешь по 500, то у тебя будет он фул почти. Ладно, давай 500, в смысле почти? Ну все, фул будет, короче. Там тебе золото дадут.